общем, мой трип с Нью-Йорка приближается к концу. Все, что мне сейчас нужно, это найти 200-ю дорогу. Навигейшн ее быть не может, так как она новая. До Вашингтона 20 км. Но мне нужна 200-ка, чтобы укоротить дистанс. Окей. 200-ка, сори, Гас. Секции. Америка, вот она красавица моя. 31 экзит. That's what I'm talking about. Пугали, Джим. Ну-ну-ну. Вот она, выезжаем на 200. Прощай, 95-я дорога. В Майами я не поеду. На этот раз, может быть, в следующий раз, как-нибудь, но не сейчас. Теперь тихо, плавно и культурно переезжаем на 200. Полицейских тут нету, новая трасса, жми и радуйся. Нет, ну конечно полицейские могут быть, так что особо понтоваться тоже не надо. Все, скоро дома, минут максимум 10. Мистер Навигейшн, спасибо вам, вы мне уже больше не нужны, дальше я сам знаю. Да и как. Так что закончим. Послушаем мы Меладзе и компанию. Perfect. Speed limit на 60, можно 70. Here we go. Я уже скоро дома. Адиос.